Карагандинские спасатели вызволили из снежного заноса пострадавших, доставили их в передвижной пункт обогрева и оказали медицинскую помощь. По такому сценарию в регионе проходят учения «Зима-2014». Они призваны определить степень готовности всех служб ЧС к непростым зимним условиям. Но спасателям вручили ключи от новой техники. 4 пожарные машины отправятся в районы области. Караганда также стала вторым в стране городом, где теперь есть свой пожарный автопоезд. К слову, за прошедший зимний период спасено порядка 1000 человек и вызволено из снежных заторов около 90 единиц техники. В регионе у нас уже сформировано 6 медико-спасательных постов, которые сформированы, во-первых, на наших участках. И 7-й пункт у нас будет запущен в ноябре этого года в поселке Молодежный. Тем самым практически перекрываем все наши основные опасные участки по региону.